14 сентября во Дворце культуры «Арктика» состоялся праздничный концерт, посвященный 90-летнему юбилею Ненецкого округа и Дню работника нефтяной и газовой промышленности. На нем губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский вручил государственные, ведомственные и региональные награды заслуженным жителям региона. На торжественное мероприятие были приглашены депутаты регионального парламента, представители землячеств в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, члены Совета Федерации и депутат Государственной Думы Российской Федерации от Ненецкого округа, руководители окружных предприятий и организаций, гости столицы и жители региона, которые внесли особый вклад в его развитие. Дорогие друзья, мне очень хотелось бы перечислить сегодня имена всех выдающихся людей Ненецкого автономного округа, отдельно поблагодарить представителей всех профессий, но это, к сожалению, невозможно. Вас всех очень много, и, не побоюсь этого слова, вы все внесли абсолютно неоценимый вклад в историю нашего округа. Мое сегодняшнее спасибо, поверьте, не просто дежурное слово благодарности. Я произношу это с глубокой признательностью и с уверенностью в том, что вам никогда не придется усомниться в том, что сегодняшнее поколение Ненецкого автономного округа, к которому и я себя отношу, стремление к развитию нашего округа для нас является делом долга и чести. Губернатор Ненецкого округа вручил государственную награду медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени первому заместителю генерального директора Наринмарского объединенного авиаотряда Якову Меньшакову. Также в ходе вечера были вручены почетные грамоты Федерального архивного агентства и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Кроме того, за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие округа ряд жителей получили почетные профессиональные звания, грамоты и юбилейные медали 90 лет НАО. Поздравил жителей округа и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Мне очень приятно присутствовать здесь, в этом зале, именно на дне рождения вашего славного округа. У нас много общего. Нас связывает совсем не 90 лет совместной жизни здесь, в арктической зоне Российской Федерации, а многие века, столетия. И наши культуры, наши традиции, наши производственные, промышленные успехи, туристические, логистические, индустриальные, многие-многие другие всегда были близко связаны, и мы искренне и по-доброму радовались тем достижениям, которые происходят в каждом из наших регионов. С добрыми пожеланиями в адрес региона его жителей обратился генеральный директор «Лукойл Коми» Александр Голованев. Отметим, компания «Лукойл» на протяжении многих лет является надежным партнером Ненецкого автономного округа. В рамках соглашения о сотрудничестве между регионом и компанией «Недропользователем» в округе строятся объекты социальной инфраструктуры, реализуются инициативы в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. С регионом неразрывно связана история нашего предприятия, компании «Лукойл». Мы продолжаем вести разработку своих месторождений ветеранов, внедряя новые методы нефтеотдачи. И уже совсем скоро приступим к освоению совсем новых территорий, новых месторождений, вот которых позволит и дальше наращивать объемы нашего производства и крепко стоять на ногах. А это как раз тот самый фундамент, на котором строится будущее региона, его экономики и неотъемлемой части социальной сферы. На торжественном вечере слова поздравления прозвучали от представителей духовенства, членов Совета Федерации, депутатов. Яркой творческой нотой стало выступление ненецкого ансамбля «Хаяр». Порадовали зрители и приглашенные гости – театр танца «Булгары» из Татарстана. Кстати, выступление татарского ансамбля – это дружеский подарок республике Ненецкому автономному округу. Недавно с рабочим визитом округ посетил президент Татарстана Рустам Миниханов. Между Ненецким округом и Республикой Татарстан были подписаны ряд взаимовыгодных соглашений. Финальным и долгожданным аккордом праздничного мероприятия стало выступление государственного ансамбля театра танца «Казаки России» из Липецка. И их приезд, как и выступление других артистов на празднование юбилея округа в Наринмаре, стало возможным благодаря нефтяной компании «Лукойл», генерального спонсора праздничных мероприятий.
Ансамбль выступал более чем в 30 странах мира – США, Югославии, Испании и других. Завоевывал призовые места на международных фестивалях и конкурсах. Им рукоплескала английская королева Елизавета II. Шотландская газета «The Scotsman» впоследствии так отозвалась о выступлении. «Забудьте Риверданс. Эта группа достойна считаться лучшей в мире». Создатель, художественный руководитель и постановщик театра танца «Казаки России», член Петровской академии наук и искусств, комиссии по организации государственной поддержки и развитию самобытной казачьей культуры в составе Совета при президенте Российской Федерации Леонид Милованов. Начала создавать его в 90-м году. В 91-м у нас была презентация, мы уже в Москве, в зале России. И вот так мы пошли. Потом поехали в Испанию сразу. И вот катаемся теперь по всему миру. Как настроение оркестра? Ну, как артисты. Всегда бодрые, веселые и настроены рабочие. Вы приехали на наш главный праздник, Гостолетие округа. Что пожелаете жителям региона? Ну, процветание, хорошие зарплаты, благополучие, конечно, здоровье. Присоединяется к поздравлениям Леонида Петровича и жители Ненецкого округа. Вообще, безумно люблю наш округ, наш город. Считаю себя патриотом нашего города и округа. Желаю самое главное процветания. И чтобы люди оставались всегда такими же приветливыми, добрыми. Ведь на севере что согреет? Только люди при нашем суровом климате. А погода сегодня, я думаю, празднуют вместе с нами наш юбилей. В день рождения округа хочу пожелать, во-первых, всего самого наилучшего его жителям и, конечно же, процветанию нашему региону. Год от года хорошеет Нарьян-Мар. Год от года и хорошеет наши поселки, идет строительство. Но самое замечательное, самое большое богатство округа – это люди. И мне всегда, когда говорят об округе, вспоминается четверостишие Печкова. Здесь сердца открыты, словно двери. Здесь любовью одарят без меры. Внучку любому постучи, откроют. И среди ночи стол тебе накроют. Вот это характеризует людей округа. Замечательных, умных, талантливых и очень порядочных людей. Спасибо. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, телеканал «Север».